С вами Gobzor.com. Не так давно на PlayStation стартовал платформер. Это Epic Dumpster Beer 1.5DX от Log Games. Я с удовольствием прошел данную игру. Во-первых, любил платформеры. И здесь достаточно высокий уровень сложности, который ставит перед игроком испытание. Игра у нас входит в серию Epic Dumpster Beer. Здесь заняла она промежуточное положение. Была уже первая и вторая. Вот это берет за основу классику, которая была заложена. Но здесь добавили новые механики. Это инди-игра, здесь не стоит ждать какого-то феноменального качества графики, но при этом, как мне кажется, именно в плане реализации платформера, даже, не побоюсь сказать, вышло приятнее, чем последние Prince Persia, вот при гораздо меньших, я думаю, вложениях. Игра с юмором, здесь гротеск имеется, так и вставки между прохождением уровней. Всего предлагается 7 миров, вы последовательно их проходите. В каждом мире нас ждет несколько локаций, это платформеры. И есть сражение с боссами. Также имеется секретный уровень, которому нужно найти будет проход. Он обычно находится в третьей локации на каждом из миров. Всего, если не ошибаюсь, там 3 бонусных уровня или 4, вот так вот, плюс-минус. Есть еще уровни, которые выполнены в 3D-стиле, они отличаются от основной части игры. Там вы бегаете и собираете чернику. Нужно за ограниченное количество времени собрать 120 ягод. Для того, чтобы открывать следующие уровни, вы получаете лосось. И, используя этот лосось, вы, соответственно, проходите дальше. Для поздних уровней, которые появляются после финального босса, нужно будет найти все секреты. На каждом уровне есть 3 секретные сферы. Вы их получаете и получаете дополнительную лосось, которая потребуется нам для полного прохождения игры, если это вам интересно. По новым механикам здесь добавились у нас умения. Это прыжки, потом бросание различных предметов, бомб, увеличение скорости с помощью черники, которые добавят скорость. И здесь есть еще дополнительно, можно попробовать свои силы в получении золотых наград. Золотые награды даются за короткое время. Чаще всего это потребует поиск каких-то секретных проходов, сокращение пути. Плюс-минус это классический Sonic. Там тоже есть, я проходил примерно в районе Нового года, тоже есть такие же задачи, когда нужно пройти уровень очень-очень быстро, и вот здесь вот это тоже имеется. По игре. Игра изначально вроде как кажется такой вот простой, это 2D-платформер с ретро, с простой графикой, и здесь чувствуется, что разработчик ограничен в количестве ресурсов, которые можно выделить на данную игру, но при этом, на удивление, хорошо проработаны механики, хорошо, особо багов я не замечал. Но могу придраться здесь к тому, что ближе уже вот, к шестой и седьмой локации все-таки перенасыщены различными элементами, которые вас могут убить, и уже становится душновато. Хотя, с другой стороны, как раз это вот то самое испытание, которое, возможно, будет интересно. Игра недорогая, при этом, если нравятся платформеры, вполне можно посмотреть. Я на платину потратил примерно несколько дней, это сессионная игра, примерно по 1-2 часов. Все секреты вполне нашел сам. Игра интересная, мне понравилась. Epic Dumpster Beer 1.5DX. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.